Итак, привет, дорогие мои. Ну чё, у нас сегодня столкач. Продолжаем. Мы Как тут. говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Да, короче, на борту мы болотного ледокола. У нас тут квест с этим бородой. Бородой, значит, величают. А, так, привет, борода, я тут к тебе с приветом от Цербера. Ну-ка, это чертов разбойник все еще жив, ха-ха. Рад наслышать, передай ему, как не так. Погоди, это ты с той стороны выжигателя примчался? Ну и как оно, с проводником пришел? Аль повезло мышкой мимо выжигателя пробежать? Да, мышкой пробежал. Но я думал, новости по зоне разносятся только так. А нет его больше, электричество у этих монохромных друзей закончилось, такие дела. Вот это новости, дай-ка я тебе плесну холодненького за счет заведения. Так, каждый день такие хорошие новости приходят на нашу посудину. Короче, выжигатель этот газ, и столько хороших ребят забрал, и речь не только о тех, кто пытался пробраться, но и о тех, кто находится рядом в момент включения. Не дай бог кому-нибудь такое пережить. Ладно. Что-то я заболтался. По лицу вижу, что проделал такой путь точно не ради того, чтобы сказать привет, не так ли? Благодарю. Что же надел, то ты совершенно прав. Я пытаюсь догнать сталкера по прозвищу Стрелок, который предположительно идет на ЧС. Ты не в курсе, где они сейчас? Может быть, мне очень нужна его помощь. Это, считай, вопрос жизни и смерти. Так, кликай. А, Стрелок-то, ну он проходил тут недавно, пару дней назад где-то так. Поболтали мы немного о здешней обстановке и до проблемах насущных. Да только теперь, когда выжигатель вновь деактивирован, ситуация то вернется в старое русло. Ух, как быстро. Ага. Короче, говорил ли он тебе что-то о дальнейших планах, куда идет, где-то, может быть, собирается остановиться? Нет, ничего конкретного не сказал, только разговорить о чем-то личном, та еще задача. Он просто собрал все необходимое и ушел. Но только тут все куда интереснее. Видишь ли, вчера вот один из его ребят вернулся молчаливый такой, кажется, бродяга его зовут. Практически ничего не сказал. Да мне и дела особого не было, стал тебя дергать просто так. Сам понимаешь, у нас тут не южный кордон. Раз уж ты говоришь, что отключил выжигатель мозгов, то тебе стоит самому с ним поговорить. Спасибо, борода, удружил. Не подкинешь идею, где его найти? Такой же он рядом с тобой. Серьезно такой из себя сталкер в камуфлированной заре защитной маски. У него еще пулемет должен быть. Погоди, ты, дам совет тебе хороший. Лучше ты ему на нервы не действуй, знаешь, как говорят, тихо омуте до черти водится. Вот это тот случай. Выглядит он так, будто чердак болотные твари снести готов одним ударом левой. Ага, приму к сведению, спасибо. Так, ну короче, поговорим с тем сталкером. Тут недалеко тусует от нас. Слушай, этот торговец, блядь, сломан. Чё за херня? Подожди. Настройки. Подожди, я сначала звук потише сделаю. А чё торговец сломанный? Чё я не могу у тебя ничего не купить, ничего не продать? У нас в прошлой серии те же самые проблемы были. Какие-то торговцы, они просто тупо не работают. Вот ты. Давай. Не висни-ка. Давай, прикупить. О, вот этот торговец, он работает. Блять, там котик, что ли, внутрь забежал? Понять не могу. Нет, там котик где-то снаружи бушует. Я думаю, они как-нибудь там отстреляются от него. Если он снаружи. Конечно, эти звуки такие себе. Костюмчиков интересных у тебя нету никаких. Патроны на мою винтовочку у тебя вот есть, я смотрю. Слушай, давай с этим котом разберемся уже, блин, то он там сейчас всю базу перебьет. Реально там какой-то, походу, страшный мутант, да? Котик. Где он там, тут котик? Сейчас, мужики, подмога уже рядом. Слушай, а кот там внутри базы, походу? Или он наверх как-то запрыгнул?
У меня есть предположение, что кот внутри. Походу. Хотя что, эти сталкеры не согрелись тут никак на него? Ну я себя вроде как ответственность снял, а тут все вокруг оббежал. Здорово, механик. Ну, не знаю. Ну, котик вроде уже больше не орет. Вот, я тебе тут медицины немного возьму, отдолжу. Так. Этот сталкер где-то тут должен тусить. У него там, как он говорил, вроде пулемет. И в зеленой расцветке стоит. Вот это, походу. Здорово. Эй, бродяга, мне нужно с тобой поговорить. Солдаты, блин, тоже. А мне нет, уходи, сталкер. Ага, сейчас пишу и падаю. Я специально на пузе через радиоактивные говны радара пол, чтобы сказать привет пока. Серьезно, нужно поговорить. Хм, через радар, значит, пришел. И как ты миновал выжигатель? Получил ученый пси-шлем? Да пошел отключать выжигатель. Че тут говорить? Так, хорошо, я понял. Допустим. Ты тут еще сукин сын. Что конкретно от меня то тебе нужно? Мне сказали, что ты из группы сталкера. Стрелка. А еще мне также было поручено найти его. Нам очень нужна его помощь. И какая дорога привела тебя сюда, сталкер? Деньги, информация, заказ. Я послал Сидорович. Ему интересно знать о находках стрелка в центре зоны. Господи, ну и упрямый же ты. Ладно, я вернулся сюда, чтобы достать... кое-что для отряда. Я уже было готовился двигать обратно, как вдруг ты. Да еще и говоришь, что выжигалку отрубил. Это значит, что нам теперь все надо делать в темпе. Здесь на юге-западе есть заброшенный военный комплекс. Мне известно, что там до сих пор хранится секретное оружие. Принесли мне это оружие, когда поговорим по-серьезному. Согласен? Заметано. Постараюсь найти, как смогу. Нет, чуваки, не буду. Как оно хоть выглядит, есть какие-нибудь мысли на этот счет? Мужик, оружие, оно то и секретное, что о нем мало кто знает. По-моему, выжигателем тебя все-таки зацепило, если оно так там есть. Но ты точно его найдешь, по крайней мере, патроны к нему твои не подойдут. Давай так, а то время теряем. Окей. Короче, просит у нас пушку его найти. Еще, конечно, может такие задания давать. Просто чтоб от нас отвязь. Ну, чтоб мы куда-нибудь свалили просто от него и не следили за ним. Где там это оружие секретное? А, ну понятно. Вот там вот, короче. Этот завод этот секретный. Так. Так. Куда я телефон положил, потому что мне сейчас за временем следить надо. Кто-нибудь видел мой телефон? Ай-яй. Странно, ладно. Буду с помощью бутылки следить. Давай попить, покушать. Потому что никакие бандосики не обитают на этой барже. Шевченко. Так, да, я правильно иду. Так, ну почти полпути прошли уже, скоро будем на месте.
аномальные поля тут минуем. Фиг знает, может это вылежу как-то. Эти побегушки длинные. Будем посмотреть. Опа, 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 опа. Эх, хрен его знает. Я бы, конечно, такой бы что оббежал бы. Но, походу, он, да, он с собачками там развлекается. Ну тебя, дядя, в баню. Так, ну что, почти прибежали. Здесь все добегают. Братан. Зря ты тут это. Ты же куксишь, что тут все эти гиганты обитают. Так, а здесь еще может быть какой-нибудь полтергейст сидит. Определенно сидит. Блять, и ни хрена не видно. Нет. Ночное видение не поможет. Я слышал, они вроде как успокаиваются, если переставать двигаться. А, видите, видите. Вот он. Летает, гад. Так, ладно, мне на самом деле с ним воевать постольку поскольку мне вот тут сюда пробежать надо. Давай побудем. Все равно он вроде настолько опасен. Сюда что ли? Так, давай постою на месте пока. Так, он показывает, что сюда, по идее. Вот эту коптерочку. И вот что-то дальше. Так, не понимаю пока. Так, а вот сейчас нам срочно надо вход искать. Да, нам вот сюда. Ну вот заодно здесь я выброса и спрячусь. Давай, фонарич. Давай, быстро сейв. Так, это типа от него так это. Чем меня убило, блять? Ни хрена себе, это он типа создает огненные аномалии. Бодро, бодро, блин. И, конечно, можно попытаться вот так вот как-то нах идти, чтобы не привлекать его внимание. Для того все выброс идет снаружи. Ну чё, погнали обследовать, так скажем, искать оружие секретное. Так я в охрите, в чем проблема? Ясно, на месте, наверное, постоять, блин. У нас видеть перестал. Создает свою эту огненную фигню.
Ну это тоже не вариант там по маленьким шажочкам двигать. Я, если честно, эту лабораторию не особо помню. Так. Опалил нас немного. Я не знаю, барвинок туда съешь. Конечно, трясет так знатно. Так, для ремонта пойдет. Так, давай газучок потише сделаю. Давай ты уже эту тряску прекратишь, пожалуйста. Так, и нам вроде как вот соседнее помещение. По-моему, это дело надо проладить по вентиляции, да? Так, а сюда как забраться на эту вентиляцию? Вот это вопрос еще тоже. Или это типа выход? Не, подожди. Видишь, как-то тут можно было залазить на нее. Чтоб я помнил бы еще, как это проходится дело. А, ну, наверное, вот тут вот. Вот так вот, вот так вот. И ты на месте. Все, задание выполнено, выброс закончился там снаружи. Так, вот здесь, наверное, через эту штуковину надо обойти. Вот так вот. Потом. Так вот? Нет. А, так. Подожди. Что-то не то. Что-то не то происходит. Я уже как-то внутри этой... Ага, вот. Вот. И вот. И... Идем вот так вот. Вот, голосовочка нашлась. Квест выполнил. Что это? Для создания медикаментов. Это можно какому-нибудь медику отдать. Ну, самому-то медикаменты создавать. Как вариант. Что, пошли обратно? Так, нам тут вроде много чего обследовать не надо. Нам повыше сейчас выбираться надо. Давай сейф. И подальше от этого места. Господи, как же тут светло. Непомерно прям. Сейчас бы главное еще какую-нибудь аномалию не вляпаться. И чтоб еще псевдогигант бы нас тут не нахлопнул бы где-нибудь. Или еще похуже. Все. Мы, можно сказать, выбежали. Все, давай, отставай. Поэтому там, на этом заводе. Ух! Все, готово. Так, ПДА. Да сейчас нам опять на эту баржу надо идти, да? Ну да. Так, голосовочка, изделие номер 62. Да хоть посмотрю на тебя. Че, может на псевдогиганта сходить с нею? Разрядить 10 нарядов. Давай попробую, слушай.
Он там вещит. Слушай, псевдо сейчас одного выстрела убивает. Мощная винтовка. Давай свои лапки сюда. Когтистые. Ну, по крайней мере, он мне больше не напрягается присутствием. Так, не подвисай. Титимары. Как тебе 762 на 51? Ничего, ничего полезного. Так, нам туда, да? Нам определенно туда. Хоба, перепрыгнул. Здесь главное не свалиться в, эту я, в эти ямы. Я уже думал, не допрыгну. Детектор, мало ли, заработало. Хотя если тут, блин, извините меня, торговцы не все работают, то... Что уж говорить. Какие-то вам там аномалии, чтобы они еще работали бы. Давай, сейвик, почти прибежали. Следующая баржа, господи. Слушайте, я, наверное, в этой серии вырезать ничего не буду. Вот. Так, зомбированные стоят. Нет, там вроде нормальные сталкера стоят. Эй, пацаны! Это зомбированные были. Короче, вырезать ничего не буду, потому что серия, наверное, короткая получится. Вот. Времени сейчас дозаписывать нету, потому что вызвали, блин, на работу срочно. Буквально перед записью сажусь я уже такой и думаю, сейчас кнопочку нажму, блин. На записи. А нет, нифига, позвонили, сказали, блин, у вас там челик заболел, типа, не можешь ли ты выйти, блин. Ну, я такой, да, так быстро, как смогу. Вот сейчас, типа, быстро записываю, одеваюсь, переодеваюсь, блин, и лечу на работу. Давай, короче, я вот здесь сейчас сохранюсь. Вот, а вам спасибо за просмотр. Всех люблю. Ребят, надеюсь на ваши лайки. Вот. До встречи в следующих сериях, как говорится, да? Я вот сыванусь тут. Ага, ну все, всем пока.